Добрый день. Сегодня хочу поговорить о второй eSIM-карте, которая находится в телефоне, в новых телефонах iPhone 10s, iPhone 10s Max и iPhone XR. То есть я подключил сервис GeekSky, чтобы посмотреть, как работает вторая SIM-карта, вторая E, или как ее называют, цифровая SIM-карта в телефончике. То есть скачивается приложение GeekSky. Там есть тарифный план, который можно выбрать для страны, той или иной страны. Ну и, соответственно, подключить себе вот тарифный план. Преимущество для страны, в которой ты живешь, допустим, в данной ситуации Украина, нет смысла, потому что нету 4G, предоставляется только 3G. Из плюсов, допустим, можно обходить, ну, сайт блокировки. Допустим, в Украине нельзя зайти на high-tech mail.ru через украинских провайдеров или операторов. Здесь, в принципе, можно через GeekSky зайти, допустим, на российский сайт. То есть... Также, в принципе, здесь в настройках можно менять. По умолчанию у меня сейчас стоит этика поездки. То есть это поездки, это GeekSky сервис. Можно поменять на основной. Сейчас должен появиться оператор LiveCell LTE.